Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. И мы копаем картошку на заброшенном участке. Вот здесь вот уже выкопали половинку. Такая вот картошка. А вот здесь вот еще не копанная, скошенная ботва. Вот такие здесь заросли. Считай, вся наверху. И вот она выкапывается. И вот так мы ее сейчас будем выкидывать. Здесь вот первые рядки покопали. И вот она такая у нас. Такими сначала скосили, вот такими она выкидывается сама прямо. Вот такая картошечка. Вот такая вот. Вот такая. Вот какая картошечка. Ну, замечательная просто. Вот такая. Это заброшенный участок. Есть видео, как мы садили здесь 6 ведер на заброшенном участке. Есть у нас тут на канале. Такая какая-то картошка. Такая интересная. Какая-то бело-розовая. Ну и... Как обычно. Семена, что в том огороде у нас... Что в этом? Земля здесь очень хорошая, вот такая мягкая, рассыпчатая, несмотря на то, что дожди шли. Такая хорошая земелька. Вот такая замечательная картошечка. Вот. Розовая, белая. Замечательная вот такая. Раскидываем по полю. И она у нас сохнет. Вот так. Вот сколько. Какие кусти. В одном кустике картошек. Да. Вот я что-то считала, до 20 бывает тут на этой. Белая. Она внутри бывает желтая. Да. И вот она до 20 штук у нее бывает под кустом. Куча. Отличная картошечка. И земля, что пух. Так что на тот год... Леша, будешь на тот год садить картошку? На тот год что лучше будет? Да ты что? Замечательная картошечка. Да чистая вот. Чистенькая. Вот. Чистенькая такая.
большая. Есть. Вот здесь. Земля какая тут мягкая. Домик. Здесь жили Меньшиковы. Усадьба Меньшиковых. Фамилия звучная. А усадьба никчемная. Такой участочек. О, лопата. Забила. Даже лопату. Да. Какая лопата. Ну какая она уже сгнила уже. Ну какую картошечку отобрали. Вокруг все заросшее. Не копаем мы простым мотоблоком. Вот такой. На железных колесах. Колеса утяжелили, наварили железные тиски, чтобы он был потяжелее. Меньше буксовал. Сделали простую копалку. Взяли лапку от культиватора пошире. Она подрезает нижний слой почвы и подает его на вот такие вот. Приварили такие прутики и разваливает рядок. Половина идет влево, половина вправо. Переворачивает клубни кверху. И большая часть картошки, процентов 80-90, получается наверху. Копать в земле остается мало. И вот так вот, вот он копает. Сейчас покажем его в работе. Ну вот какая здесь выросла хорошенькая картошечка. О, какая замечательная. Вот, вот, вот. Вообще замечательно. Какие великаны. Да, замечательные великанчики. Вот, счет. Ага. Такая вот картошка. Это какая-то
Вот это, наверное, типа идеала. А вот это желтое, я не знаю даже. Но не луговская, это точно. Здесь хуже. Хуже. Вот на начале там лучше вообще. Ну, а так, в целом, неплохо. Вот такой заброшенный участок. Освоили. Копаем дальше. О, хорошая здесь валится. Она, видишь, ты ее скосила, и она такими этими получается, как клубнями, да? Еще держится. На... Еще кое-где держится на клубнях, кое-где. Ну вот эта желтоватая круглая, она вся держится на клубнях. А это уже все рассытывалось. Сергей уже выкидывает. Ну, здесь вообще картошечка хорошая. Здесь она и суше, а там вот она грязнее. Грязненькая там все равно. А здесь прямо сухая. Почти вообще сухенькая. Осталось что нам? Что нам? Раз, два, три, четыре, пять рядочков. Пять рядочков докопать. Последний рядок. Мотоблоком очень быстро копать картошку. Прямо очень быстро. Только успевай, откидывай. И вот эта желтая вообще хорошая нынче. Под кустом много. Удачная картошечка. Так, последний рядочек откидываем. Ну вот, перебрали картошку, выбрали всю мелкую, собрали, и осталось только на поле крупная. Только крупненькая картошечка осталась, и вот такая вот она хорошая. Такая вот есть вообще. Такая вот большущая картошка. И розовая, и вот эта вот белая. Ну, есть, конечно, вот такая помельче. В общем, картошки очень много вот на этом участке, где земля отдыхала. И вот такой вот урожай картофеля на участке заброшенном. Конечно, много попадается всякого хлама. Лопату вот нашли старую, тряпья всякого навалом. И стекла. Ну, вот такой вот участочек. Там вот бурьян растет на соседнем. Вот такой вот картофель. Вот здесь уже мелкую собрали. И в мешки составили, в тележку. В
вот такая вот картошечка. На семена вот сейчас будем тоже выбирать. Сперва выбрали вот крупную на еду. Такие вот ведерки. И сейчас будем отбирать семенную картошку. Она помельче должна быть. Это вот такая вот. Вот она семенная. Такая вот семенная. Еще одну можно. Вот здесь вот это белое хорошо. Вот как раз на семена вот она. Это уже крупноватая. Вот это, в принципе, очень хорошая. Такая вот на семена. Такая вот. Вот это вот семенная картошка. Такого вот размера. А крупная вся на еду. Здесь вот такая вот хорошая розовенькая картошка. На семена вот она прям хорошего размера. Здесь тоже такая кучка. Ну, в принципе, тут крупную выбрали, осталась одна семенная. Вот собираем картошку, и все, и конца, и края нету. Уже вот мешков много понабрали. Собираем. Очень много в этом году. Вот этой заброшенной фазенде картофеля наросло. Ну все, закончили сбор картофеля. Всего мешков у нас получилось 40 штук. Ну где-то по 2, где крупные, сыпали ведра. А где мелкое, там, наверное, по 3 сыпали. Где-то около 90 ведер накопали картошки вот с этого небольшого участочка. Совсем-совсем такого маленького заброшенного участочка накопали где-то 90 ведер картофеля. Есть очень хорошие крупные на еду, есть и мелкое. В общем, очень хороший урожай. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего. Так едет мешки собирать. Чтоб не таскать.